Более 500 заявок было подано от юных художников на традиционный конкурс детского рисунка «Пасхальное сияние», который состоялся при поддержке Одесского областного совета мира и Одесской епархии. 24-й год подряд экспозиция открывается в художественной галерее Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. Почти четверть века в городской художественной галерее Свято-Архангела Михайловского женского монастыря проводятся выставки детского рисунка «Рождественская звезда. Дети рисуют мир. Пасхальное сияние». Как рассказывают создатели таких праздников детского творчества, члены Одесского областного совета мира и настоятельница Свято-Архангела Михайловского женского монастыря игуменья Серафима, и в этом году в пасхальные дни поступило более 500 заявок от юных художников от 4 до 18 лет из разных стран мира. Критерии отбора строгие, но члены жюри не перестают удивляться разнообразию талантов, а потому при серьезном отборе отношение к юным живописцам самое лояльное и доброе. За 24 роки вже багато з них стали художниками, народними художниками. Багато вже прославились, але перші проби вони давали іменно тут, на цій виставці, отримували дипломи. Тому я думаю, що заслуга нашого президії, члена президії обласної ради миру Галини Лєкарової Нікітіної, члена спілки художників, яка ініціатор, яка безсмінний голова, яка весь час передивляється тисячі малюнків і відбирає кращі. І ви бачите, яка гарна сьогодні експозиція, і наскільки люди, наскільки діти всі раді і їх батьки. Ще при початку будівництва монастиря настоятельниці ігумені Серафіми було задумано розположення тут художественної галереї. Так і вийшло. І наградний фонд, і підтримка деяких юних живописців сьогодні ісходять від обителі. Пасхальний сад, Едем. Вот место, где мы все сейчас с вами находимся. Вы посмотрите воистину, как прекрасен этот мир. И каждый из маленьких авторов – творец этого мира. Наверное, мы должны сделать все, и епархия, областной совет мира, и общественность, и папы, и мамы, и наши школы, и наши международные сообщества, которые участвуют вместе с Советом мира в таких проектах. Мы все вместе должны делать все, чтобы мир для детей оставался вот таким вот красочным, светлым, ярким, добрым, любимым. Объединим наши усилия. Мы взрослые. Давайте возьмемся за руки, друзья, и поможем нашим детям сохранить этот мир первозданным, прекрасным и чистым. Жесткое жюри, высокопрофессиональное. Так что все по-взрослому. Выставка «Пасхальное сияние» будет работать до конца мая.